committed no crime. And bad mistakes июля прошлого года состоялся грандиозный рок-фестиваль под названием «Помощь в эфире». Он продолжался целые сутки. Через спутники связи к нему подключились певцы из разных стран мира. Доходы от этого концерта пошли в фонд помощи голодающим Африки. Fortune, everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Сейчас песню о мире исполняет ансамбль Queen. Британская рок-сцена не знала еще такого странного подбора исполнителей. Дипломированный художник, инженер-электронщик, биолог и астроном поет Queen. Продолжаем игру.